шоу. Это действительно от начала до конца одна красивая история, красивая сказка. Зритель поймет, потому что любой человек на земле поймет, что такое хорошая музыка. Зрителя никогда не обманешь, вот не обманешь. Прекрасная музыка, тема любви, тема человеческих отношений. Несмотря на то, что в нашем шоу и наше шоу мы посвятили миру интернета, миру социальных сетей и общения в этом мире, я думаю, что каждому будет понятно, о чем идет разговор, о чем идет речь, потому что это прежде всего человеческие чувства. Добрый день, с вами пилот Анита Цой. Пристегните, пожалуйста, ремни, не курите и не хулиганьте. У нас два больших двухэтажных автобуса, так что кто нас увидит, пожалуйста, сторонитесь. Куда остановиться, поговорить, зачем сторониться? Хорошей дороги всем. У нас лопнуло колесо, и теперь у нас есть полчаса свободного времени, и мы дурачимся кто как может, потому что в машине мы уже отсидели себе все пятые точки. В общем, я выбрала бас-гитару Антона Давидянца, он мне ее вручил, и я с ней теперь занимаюсь физкультурой. Раз, два, раз, два. Еще 20 километров, и я привыкла. Понравилось все. Ну, да. Не знаю, эмоции переполняют. Простота, открытость, доброта. Ну, от нее было очень много добрых, ласковых, приятных пожеланий в сторону Волгограда и вообще в сторону зрителей. Лучик света. На одного поклонника стало больше. Впечатление концерта просто бомба. Просто бомба. Просто я в восторге, когда она пела песню «Фукусима», я просто плакал. У
даже неожиданно, такое шоу вообще просто супер. Я вообще в восторге от концерта, и она такая умничка, у нее такой голос вообще, и я вот браво ей. Между концертами. Там, где есть бассейн, там спасение. Этот продукт называется мясо. Причем ягненок на кости. От ножа зависит все. В общем, вы делаете все просто. Посолили, поперчили. Все внимательно вот так вот растерли. Рассказываю, как всегда. Я сейчас на пресс-конференции журналистов говорю, вот у нас был Уфа, да, вот мы конкретно, наши до 6 утра не спали и так далее. Я говорю, а у вас, говорит, еще хуже.
которую я тебе дал. Спасибо. Оказывается, Господи, спасибо тебе. Все хорошо. Так что давайте зажжем и подарим городу в день Пасхи большую красивую песню. Ну, лучше. Раз, два, три! Хочется сказать спасибо Аните и всему коллективу, кто принимал участие в создании этого шоу. Хочется пожелать удачи, продолжения этого грандиозного турне. Хочется пожелать новых проектов и, конечно же, успеха в ней. И хочется отметить, что Анита — это не просто профессионал высочайшего уровня, это очень открытый и очень позитивный человек. Я хочу пожелать всем нам тоже быть чуточку жизнерадостнее, и тогда у нас все будет хорошо. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто сделал это шоу. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить от имени и по поручению администрации города вас за оказание благотворительной помощи в посещении вашего концерта детей, оставшихся без попечительства родителей. И вручаю вам благодарственное письмо. Я вообще под большим впечатлением. Такая мощная энергетика, добро такое от концерта. И вот, ну, в общем, мне очень понравилось. Даже я не ожидала. Кайф. Супер. Драйв. Вот такое вот солнышко, которое является нашей игрушкой, нашего учреждения, мы хотим ей подарить. Это символ тепла, любви, благополучия. Пусть он останется ей на память. Дети, дарите. Сегодня будет очень красивое шоу. Диски вам привезли. И очень хотим посмотреть, как вы, что вы делаете. Может, вы нам что-нибудь покажете. У нас есть такая традиция добрая. Все, кто к нам приезжает, ну не так часто, они оставляют ладошку, отпечаток. Да, вот. И, значит, символ этой ладошки, у нас есть такой проект народный, называется «Помоги детям». Давай. Это цвет солнца, энергия, сила. Все, да.
Вы знаете, мы хотим поздравить Аниту Цой с ее визитом в наш Ростов, потому что первый раз она у нас была в начале своей карьеры, это 15 лет назад, и после такого перерыва приезд в Ростов, это было просто, ну, понимаете, триумф. Мы хотим ей преподнести ростовский наш подарок, это наши знаменитые раки, которые она очень любит, и желаем, чтобы она почаще приезжала в наш город. Газом греют водосогреватели, затем подают через водосогреватель холодное дутье. Оно там нагревается до температуры 1200 градусов. То есть воздух? Воздух, да. Обогащает кислородом до 28%. Также в полость фурну подается природный газ. Про это я говорю, не обманывай, лучше скажи, что вызвали сейчас врача, ничего страшного нет, там просто, конечно, слегка продуло в автобусе, но сейчас проводят все процедуры, да, проводят просто все процедуры, чтобы избежать какой-то ангины или что-то подвизни какой-то. Это нереально, что это? Ой, подожди, никто не поймет. Короче, чтобы избежать, ну, заболевания.
Ну вот осталось всего несколько концертов, а точнее всего 6 концертов. И сейчас самая ответственная пора наступает, потому что, как правило, всегда судьба подкладывает неприятные сюрпризы, вот в форме, например, болезней разных и так далее. Вот именно на конец тура это все выпадает. Поэтому вот сейчас надо держаться, побольше пить витаминок, пройду курс лечения. Слава богу, пока еще никаких тяжелых форм заболеваний нет, но здорово, что врачи нас здесь подхватили в этом городе, и есть возможность 3 дня действительно как следует пролечиться. Надеюсь, что ни в коем случае на настроение зрителей не отразится, потому что я сейчас немножко простыла. Ребята, тут последнее приготовление к шоу. Сейчас будет генеральный фрагон. Запланирован у нас посетитель по правилам по графику. Здесь можно видеть ближайшие костюмы, которые, естественно, покажутся на сцене буквально через несколько часов уже, в принципе. Вот, даже здесь надо померить один. Ну, в принципе, у нас будет очень много таких. И навряд ли меня там разрешите здесь так вот толкать. Вот так. Типа вот такого вот. Вновь ли у меня увидели? Я вообще в восторге, очень здорово. Я люблю Аниту Цой. Я приехала из Рубцовска, по-моему, местной, специально, чтобы услышать ее вживую. Концерт просто замечательный. Не ожидали с подругой, что будет такое красочное шоу. Очень приятно удивлены и вообще просто в восторге. Анита просто умничка. Очень феерическое шоу, очень красивое. Честно признаться, я думаю, я уже ничему не удивлюсь. Было здорово. Да, я звал всех своих друзей, каких только мог, никто не хотел идти. Я пришел и получил огромное удовольствие от выступления. Очень красиво. Всегда настоящая. Анита, как всегда, умеет давать не только энергию, она умеет давать чувства. Поэтому я и плакал, я и смеялся, я и танцевал, я и закрывался, я испытывал просто вот всю гамму эмоций. Поэтому я и люблю Аниту. Я вожу с собой вот ингалятор на всякий случай. Знаешь, случаи разные бывают. Вот сейчас пригодилась, например, да, приболела. А врач мне в Екатеринбурге, фониатор, вообще великолепная женщина совершенно, она мне намешала разные смеси вот в такие шприцы. Я их выливаю в ингалятор и, короче, делаю процедуру. Вот эту смесь я буду принимать за 20-30 минут до начала концерта, чтобы голос не повредился. Ну, вот эту смесь надо за 2 часа сейчас принять. Хорошая штука, я тебе хочу сказать. Вот люди пишут, собираюсь на концерт 28 апреля в Новосибирске. Хочу подарить букет, скажите цвет букета. Это будет наш пароль из Питера. Ну, мои любимые цветы орхидеи, сейчас я напишу, и фиолетовый цвет.
можно покататься. Так, круто. Вот там надо. Но надо обязательно запастись рыбой, потому что холодно очень. Горячую рыбу надо брать. Ладно, все, давайте. Сначала... Здравствуй, дедушка. Блин, конкретно холодная вода. Поздоровался, спасибо. Это вся наша история, хорошо? Я не Юханчик, Кальдаш. Я забыл вам сказать, что этот год дракона, да. Это удивительный год, поймите. Это год волшебных совершений. Вот наш календарь, пожалуйста. Вручение должно было состояться в Татьяне.
Но глава буддистов, пандит Хамаламадамбава Ишей, решил иначе. И меня уполномочил сделать здесь, именно на сцене театра оперы балет. Международный паспорт. Вручается Аните Цой, Россия, город Москва. Она стала владелицей бурят-монгольской собаки Баю. Когда она подошла к нашему питомнику, вот она была как раз руководитель питомника, все наши грозные собаки стали очень миленькими, добрыми. И они вышли и вместе сфотографировались с Анитой Сергеевной. Спасибо вам, Анита Сергеевна. Пусть наша собака, которая имя может добро, охраняет вас. И... Мы рады, что Анита приехала в наш город, мы являемся ее поклонниками. Пускай приезжает еще, еще мы ждем. Спасибо за этот концерт, спасибо за приезд. Это масса эмоций положительных, это такой заряд на будущее. Любить, быть любимыми и, конечно же, любить искусство, песни. Спасибо большое. Анита, привет, я тебя не дождался, убегаю домой. Шоу классное. Просто супер, я все твои шоу смотрел, удачи, но с маленькой обидой, все-таки не в моем театре, жду в своем театре, пока-пока. Вы знаете, я сегодня случайно попала на этот концерт и просто пребываю до сих пор в шоке, я такого даже подумать не могла, что Анита может так зажечь, и что у нее такое потрясающее шоу, и сама она такая умница, как она сама сказала, в 40 лет, она выглядит потрясающе и делает такие вещи, которые, ну, мне кажется, в 20, даже в 25-30 лет не сможет сделать. Я просто в шоке, потрясена. Анита просто умница. Мы вас очень любим.